Всем привет! Вы на канале «Готовим для души». Сегодня хочу показать вам, как я делаю сырники. Отлично подходят для завтрака с любым вареньем или медом. У меня здесь 500 граммов жирного творога. Он у меня достаточно сухой, но если у вас влажный, то лучше сцедить лишнюю жидкость. Творог нужно хорошо размять вилкой или же воспользоваться блендером. Также можно протереть через сито. Я перетерла творог с помощью блендера, но также вилка обычно хорошо справится, просто нужно будет приложить больше усилий. В творог добавляю одно сырое яйцо куриное. Также 4 столовые ложки сахара, можно больше, если вы любите послаще. Здесь у меня также 10 граммов ванильного сахара и щепотка соли. И еще я добавляю 50 грамм манки. Манки может понадобиться больше или меньше, в зависимости от того, какой у вас творог. И теперь хорошо все перемешиваем. Получается вот такое густое тесто, оно не липнет, хорошо лепится, можно сформировать сырник любой формы. Но перед тем нужно оставить нашу сырную массу примерно на 10-15 минут, для того чтобы манка набухла. И только после этого перейдем к обжариванию сырников. Спустя 15 минут начинаем делать сырники. Получились у меня вот такие шарики, теперь из каждого из них сделаем вот такой вот плоский сырник. А теперь начинаем обжаривать сырники с двух сторон. Спустя 3 минуты сырничек выглядит вот так. Можно еще немного подержать, чтобы он был более золотистым. Вот такие вышли сырники. Подаем их с любимым вареньем, с медом, со сгущенкой, как пожелаете. У нас сегодня абрикосовое варенье. Желаю всем приятного аппетита и до скорых встреч на канале «Готовим для души».